5 лет жильцы дома номер 39 по улице Макаренко добивались разрешения на благоустройство заброшенной площадки. Земельный участок утопал в мусоре, а детям близлежащих домов негде было играть. Конечно же, без депутатов у нас ничего бы здесь не получилось. Существенная помощь нам, конечно, от депутата была нашего Заречного микрорайона, это Каравайнова Александра Сергеевича. Он очень много вложил, очень много помог, не только материальными средствами, но и, естественно, и свое участие. Сначала на 16 сотках возвели подпорную стену, установили игровые модули и уложили брусчатку. Озеленили участок жители уже на свои средства. Вот эти туи дети сажали своими руками. Вкладывать, инвестировать надо в молодое поколение, которое будет, говорит, расти дальше и строить нашу жизнь. Поэтому одно из направлений работы городского собрания меня как депутата – это строительство детских площадок, чтобы дети с мамами могли отдыхать. В скором времени у дома появятся и антивандальные спортивные тренажеры, чтобы дети и их родители приобщились к здоровому образу жизни. В гимназии 44 микрорайона Макаренко спортивные площадки уже обустроены. Это был один из наказов избирателей округа. Теперь учащиеся здесь проводят много времени на переменах и после уроков. Вы видите результат, эта площадка сделана, и дети круглосуточно, можно сказать, на ней играют. Мы обратились на следующий год тоже депутатом нашего округа, к Александру Сергеевичу в первую очередь, он, кстати, является председателем совета гимназии нашей гимназии. И на следующий год выделены средства, мы будем ремонтировать крышу. На средства депутатов сделано и отопление в детском саду, которое является подразделением гимназии. А по федеральной программе на следующий год в нем появится пристройка на 150 мест. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.